пошел за машиной. Идти час где-то. Пешочком, второй проход. Вот это пенаты родные, видите, где я живу. На Нижней Рыгинке. Благодаря тому всему выбрался на Лермонтова. Это уже повыше будет. Сейчас час дня. Вот я выпил сок. Это был мой завтрак. Сытость до сих пор. Обычно я в час дня обедаю. А это мне обедать не хочется. Иду за машиной еще примерно час. Пешком до нее надо добраться. Конечно, поправки здесь следующие. Дело в том, что чем моложе человек, тем ему больше хочется есть. Ввиду его молодости и прочих особенностей. Поэтому, значит, в данном случае где-то лет до 30 примерно так этот сок будет хорошим дополнением к завтраку. А вот людям после 40 это будет равно полноценному завтраку. Выпил все. Можно, конечно, так и поужинать, что будет еще лучше, но с ужином тяжеловато там. Мы так привыкли, что на ужин нам надо подгрузиться. Ну, если все это наладить, в обед самая большая загрузка, то либо немножечко добавили чего-нибудь там такого, сачка и еще немножечко, и будет все очень-очень хорошо. Вот себя я на этой мысли поймал и делюсь с вами, что как завтрак мой стаканом там или кружечкой из смузи на основе проросшей пшеницы, так вот из сока, отличная вещь. Сила, энергетика, все это присутствует. То есть этот продукт, он так взаимодействует с организмом, что он добавляет ему сил, а не отнимает, в отличие от вареной пищи. Ну вот. Иду, топаю. Mm-hmm.
Хлебом запахло. Вот это хлебозавод. Короче, вот внутренняя сторона ручки. Здесь вал. Вот он, ржавый. Он заржавел и заклинил. Вот. Вот он виноват был. Что ты с ним сделал? Зачистил. Все помазал. Вот он замок. Он просто огромный. На всю табуретку. Лежит на табуретке. На всю табуретку. Табуретка это вот она. Вот он лежит больше табуретки. То есть капитально сделано, да? Да вообще. Машина сделана капитально, да? Я ни у кого таких замков не видел. Вот он подвес. Видишь, уже трещины пошли, вот уже он дырка вот там. Вот видишь, он здесь вот уже по краю пошел весь лопаться. Вот это вот поролоновый. Ну, короче, хана. Все как надо, да? А? Все как надо. Да. Подвес вот такого плана, вот он, видишь, поролоновый. Вот он вот здесь вот уже по краю пошел отрываться, вот так по кругу. Потом наступает такой момент, что он просто высыпается и все. Это вот тоже автомобильные, не помню, да, это с этого, с Гранта. Давай. Там в интернете там полно этой информации. Короче, чтобы вот эту вот ручку снять, до вот этого штока добраться, надо вот это вот все разворотить. Вытащить вот этот огромный замок оттуда. В интернете все там показывают, да? Ну, там есть инструкция, есть, да? по разборке. А никто не разбирал. Все, я с тобой, значит, рассчитался. Но все равно, я просто скажи. Ну, короче, вот она целости. В салоне стояла и сдохла. Я думал, провод может где-то переломился. Он раздербанился. Ага. Все звонится, а камера мертвая. Угу. Ну вот, отремонтировали машинку, надо было смазать. Вот одному мастеру я отдал, мастер, который себя зарекомендовал, все хорошо. А он не стал вот разбирать дверь, ничего, не это, так что-то там такое сделал. Нормально, нормально, взял деньги, а мы-то ждем от того, что все будет прекрасно сделано, а он так какой-то малой кровью. Ну и что малой кровью? Отдал деньги, ожидая, что все будет работать, а она тут
И еще так сказал, это ж надо дверь разбирать. Так я тебе отдал для того, чтобы ты разобрал дверь, сделал. Ну вот. И как-то уже с этим человеком вроде и знакомы были, и дружили были, и что-то там такое. Не хочется общаться просто-напросто. А вот Серджио взял, разобрал, показал, замок, хренок, что там стало хуже работать. Возможно, ему надо все это будет отдать, чтобы он там все эти двери посмазывал. Всему свое время. Ну вот, насколько машина надежная. Что уже скоро будет 20 лет, сейчас уже 18 лет. Она все ездит, все отмыкает, все замыкает. И нормально. И все нормально работает. Но, и тем не менее, вот, как бы сказать, мы следим в основном за что? Там за мотором, подвеской, там, коробкой передач, колесами. А тут, оказывается, видите, надо и за замками следить, вовремя их смазывать, чтобы все это работало. Ну, короче, за всем надо следить. Вот такие-то дела. И теперь насчет фар. Стали встречные водители мне сигналить. Это говорит о том, что фары как-то не так светят, как надо. Специально поехал в Lexus, чтобы все это мне сделали со своими этими приборами, которые для Lexus. Вот они что-то там делали, и все равно я вижу что-то не то. Не туда она светит. Тоже мне бабаи. Ну, бабаи кругом, понимаете? Куда ни кинь. Куда ни кинь. Так, ну тут сложный перекресток, мне надо выключать. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.